Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, по возможности с их биографией. Жюль Ахиль Ноэль, уроженный Луи Ассель Ноэль. Французский художник, пейзажист, маринист, работавший в основном в Британии и Нормандии. Родился 24 февраля 1815 года. Его семья родом из Лотарингии. Некоторые источники утверждают, что он родился там в 1810 году. Его отец был чертежником, работавшим на строительстве канала от Нанта до Бреста и дал ему первые уроки рисования. Позже учился в Академии искусства в Бресте. Впоследствии отправился в Париж искать счастье, попал под влияние своего товарища бретонского художника Пьера Жюльена Жильбера. После 4 лет борьбы за то, чтобы заработать себе на жизнь, вернулся в Британь, чтобы преподавать рисование в Лионе и Нанте. Начал участвовать в салоне в 1840 году, а в 1845 был одним из нескольких художников, которым было поручено создать гравированные иллюстрации для книги о тюрьмах Мориса Алуа. В конце концов, его работа привлекла внимание принца Луи, герцога Немурского, который обеспечил ему должность профессора дизайна в лицее Генриха IV, где он преподавал с 1847 года до своей отставки в 1879 году. Альберт Линч и Феликс Бюо были одними из его самых известных учеников там. Во время школьных каникул он возвращался к рисованию в Британии. На момент выхода на пенсию у него было слабое здоровье, поэтому он уехал жить со своей дочерью и ее мужем в Алжир. И там же умер 26 марта 1881 года. Его стиль сравнили с Эженом Избеем, и он заслужил похвалу Бодлера. Музей изящных искусств Кемпера представил большую ретроспективу работ в 2005 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике-пейзажисте, марионисте Жюль Ахиль Ноэль. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.